Оставляем вам наш сайт. Если зайдете в YouTube и на канал Владимира, 970 роликов про нас снято. Это фильмы там, фильмы государственные. Один фильм, занявший первое место в России, а второй главный приз на международном киноконкурсе. Как из этого вот состояния можно начать работать? Вот это вот я про Александра Меня. Вот одна книга есть, которая особое внимание. Ее нельзя давать, кто связан с поэзией или с чем-то. Это 300 поэтов России. 300 поэтов России. Что, за 300 лет что сказали по определенной тематике? Посмотрите. Это поэты. Поэты наши. На каждый вопрос студентам я отвечаю из 6 поэтов. И Слово Божие. Видите? На каждый вопрос 6 поэтов из разной эпохи и что они конкретно говорили. Хорошо. Это огромный материал. Вот. Здесь надо показать 11 том, это если у вас есть. Можно разобрать эти все. А вот это вот. Это вот старообрядчество. За 180 лет самое доброе, что было. Как нам прийти к мирной жизни и быть полезными друг для друга. Эти книги не теоретизирование, это с практики взято. Я вот начальник детского лагеря, 40 лет, основатель его. Тысячи детей без помощи государства. Вот это старший воспитатель. У нас никто не получает. Ну, короче, если зайдете в интернет, там все абсолютно. Прям по этому скажите, сайту. Скажите, пожалуйста. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, мы обязаны книги, которые нам дарят, оценивать. Во сколько приблизительно каждую книгу вот, вы оцениваете? Я не могу. Вот это вот отдельный трехтомник, вот это, да. 75 евро. Евро? Евро, евро. Хорошо. Вот это все вместе, ну там маленький без двух, 750. Вся библиотека. Но это вам всем библиотекарям ничего не надо доказывать, какое издание, какая бумага и как. Понятно. Так что мы перед тем, как поехать, еще раз проконсультируемся. Мы-то дарим, нам все равно. Сейчас договора составляют, я не знал даже. Вот такие договора, что ну, я бы даже предполагать не стал, что они нужны. Но библиотеки стали настаивать. Вот такие договора библиотечные. Что ни мои дети, ни внуки, никто не претендует, на эти книги. Видите? Не, но мы ведь подписали, что... Я подарил. Это я говорю, мне не надо. Библиотекарь настаивает. Я говорю, зачем мне? Это я просто говорю, что отношение к библиотекам должно быть иным. В библиотеке я оставил там записку, академика.